как-то выбрались. Из-под прессинга просит Гуарин, мяч и получает. Икарди, можно давать, сам сыграл Гуарин. Удар поворота, гол! Фредди Гуарин! 1-0, Интер выходит вперед. Блестяще сыграл и колумбийцы, Икарди помог ему освободиться от защитника. Ну что вы думали, один Йовичич здесь будет забивать в Интере? А Гуарина куда списали уже рано. Блестящий удар в дальний угол. 1-0 впереди Интер. Обидно за Романьоли, обидно вообще за центр обороны Милана, которые сейчас разрезали свои же игроки. Они побежали прессинговать всемером, они отправились туда на половину поля, едва мяч не перехватили и все оголили, что можно было. Романьоли пятится, освобождает зону, Бонавентура не успевает, и Гуарин идеальный, абсолютно идеальным, не боюсь этого слова. Ударом в дальний угол переигрывает Диего Лопеса. Блестящий гол. Есть ошибки, есть проблемы у обороны, которые, вот горе от ума, получились от того, что...